Приветствую всех из Одессы. Сегодня 3 июля 2024 года. У нас в 11:24 в Одессе объявили воздушную тревогу. Причина – это угроза удара баллистическими ракетами. Был выход баллистики с Крыма, ракета полетела в направлении Кривого Рога. Вот. У нас, в принципе, обстановка более-менее спокойная. Касательно той ракеты, которая сегодня летела в районе 7 утра, пока что официальной информации еще не было. Сегодня утром была очень мощная атака на Днепр. Там прозвучало порядком 10 взрывов, уже публикуют страшные кадры. Люди едут на машине, просто возле них прям взрывается все. Атаковали Днепр и ракетами, и шахедами, то есть была комбинированная атака. Что-то сбили, но, по-моему, шахеды сбили все, а ракеты сбить все не удалось. Вот. Есть погибшие, там 3 человека, по-моему, погибло, более 14 человек ранены. Так что в Днепре сегодня неспокойно. Я на связи, будет обновляться информация, буду сообщать. На данный момент у нас все спокойно. В нашем направлении пусков баллистики не было. Берегите себя и своих близких, максимально внимательно относитесь к сигналам воздушной тревоги. И тревогу лучше не игнорировать, потому что видите, и средь бела дня атакуют, там и торговый центр в Днепре поврежден. Ну, короче, ситуация страшная. Ладно, я на связи, до встречи, пока.